огонек, это предчестие. Помимо, как у самолета, основная интересная часть это не похоже на революцию, но они не важны. Почему надо понять? Птицы, например, поднимаются в воздух и летят за счет силы своих мускулов. Но человек по отношению веса тела к весу мускулов в 72 раза слабее птицы. Но, как сказал отец русской авиации Николай Егорович Жуковский, человек полетит, опираясь не на силу своих мышц, а на силу своего разума. Полет планера можно сравнить с санками, которые скатываются с горы. Значит, планер не летает, он только скатывается с высоты. Выходит, что так. Но правильнее сказать, планер скользит вниз под действием силы своего веса. Только роль полозьев выполняют крылья. Сейчас мы в этом разберемся. Несущие плоскости планера установлены под углом к встречному потоку воздуха, как у воздушного змея. Обтекая крыло, частицы воздуха проходят сверху больший путь, чем снизу. Следовательно, количество частиц воздуха сверху меньше, а скорость их больше, чем снизу. Поэтому над крылом образуется область пониженного давления. Возникает подъемная сила. И крыло начинает двигаться вверх, в сторону меньшего давления. Именно эта сила и поддерживает планер в воздухе. Благодаря ей он не падает, а лишь скользит. Но чтобы планер летал, его нужно поднять в воздух. А для этого мы используем механические лебедки и самолеты. Теоретически мы изучили технику полета. И вы знаете, как на крыле и рулях возникают аэродинамические силы, которые изменяют положение планера в пространстве. Теперь нам предстоит практически выработать навыки в управлении планером. Планер, как и самолет, имеет ножное и ручное управление. При движении ручки на себя руль высоты отклоняется вверх. Нос планера поднимается, скорость уменьшается. Ручка от себя, руль отклоняется вниз, и скорость увеличивается. Ручка вправо, левый элерон отклоняется вниз, а правый вверх, планер накреняется вправо и наоборот. Руль поворотов приводится в действие ножными педалями. Правой педалью руль отклоняется вправо, планер поворачивается вправо и наоборот. Но чтобы повернуть планер, надо его и накренить в сторону поворота. Поэтому в полете пилот действует согласованно сразу всеми рулями. Ну как, товарищи, ясно, понятно? Конечно. Ясно. Да это все просто. Отлично. С вас и начнем, Сорокин. Ну, попробуем управлять планером, используя силу встречного ветра. Начали? Зачем же напрягаться? Плавней. Плавней надо работать рулями. Видите, Сорокин, планер хорошо слушается рулей даже при небольшом ветре. Садитесь, Некрасова. Видите белое пятно? Вот туда и надо смотреть. Для пилота очень важно правильное направление взгляда.
чтобы точно определить расстояние до Земли. Определили это расстояние? Кажется, 25-28 метров. Почти точно. Хорошая у меня группа. Молодцы ребята. Успевают в теории, а все свое свободное время проводят на спортплощадке. Надо воспитать в них смелость, выносливость, научить умению ориентироваться в пространстве. Ведь это так необходимо пилоту. Настанет время, и вы будете летать не хуже. Но это придет только с упорным трудом. Вот, наконец, и наступил долгожданный день. День первых полетов. Сорокин, выберите на горизонте какой-нибудь ориентир. Пусть это будет вон тот угол леса. Ноль третий к полету готов. 32-й. Выбрать слабину левому. Есть выбрать слабину левому. Старт. Не давайте уходить ориентиру в сторону. Действуйте рулем поворотов совместно с элеронами. Вот так. Скорость достаточно. Плавно берите ручку на себя. Следите за горизонтом. По указателю скорости устанавливайте нормальный угол подъема. Вот так. Главное теперь, контролируйте угол подъема по скорости. Капоту горизонту и консоли крыла. Не допускайте кренов. Высота 300 метров. Тяга прекратилась. Чувствуете, как планер немного просел? Отцепите трос. Установить нормальную скорость и выполняйте полет для расчета на посадку. Помните, это самый сложный элемент полета. Наметьте слева ориентир для разворота. Да пусть это будет вон та дорога. Правильно. Перед разворотом надо осмотреться. Нет ли в воздухе планеров или самолетов? Все развороты выполняются на скорости 75 км в час. Так? Хорошо. Не допускайте большого крена, а также передачи ноги. После первого разворота надо вести планер перпендикулярной линии посадочных знаков. Вот правильно. Второй разворот выполняем на высоте 200 метров, когда угол визирования на посадочную полосу будет примерно 35-45 градусов.
Выполняйте второй разворот. Летя параллельно знаком, наметим точку выравнивания. Третий разворот начнем, когда планер пройдет посадочные знаки. Высота уже 150 метров. Вы забыли про ветер. Ну и вот, с разворотом немного запоздали. Может быть, недолет. Видите, как далеко находится точка выравнивания? Исправим ошибку и довернем планер поближе к посадочной полосе. Расчет всегда надо делать с запасом высоты в 20-30 метров. Четвертый разворот выполняйте на высоте 100 метров. Теперь излишняя высота нам уже не нужна. Чтобы быстро снизиться, откройте воздушные тормоза. Выравнивание на посадку планера начинайте с высоты 1,5-2 метра. Вы много взяли ручку на себя, и планер взмыл. Придержите ручку. Так, выполняйте приземление. В дальнейших полетах я буду помогать вам все меньше и меньше, пока не превращусь в пассажира. И с каждым новым полетом я все больше и больше передавал инициативу ученикам. Разборы полетов становились все детальнее и глубже. Скоро, совсем скоро, они полетят самостоятельно. Товарищ командир, спортсмен Сорокин к самостоятельному вылету подготовлен. Хорошо. Ваши действия в момент уменьшения тяги лебедки? Плавно отдам ручку от себя для уменьшения угла подъема. А что нужно сделать в момент прекращения тяги на заданной высоте? Установить нормальный угол планирования, отцепить трос. Приготовьтесь к контрольному полету. Есть приготовиться к контрольному полету. Резкие движения ручки на взлете при посадке. Резкие движения, так. Знаки и сигналы. Кажется, помню. Плохая осмотрительность. Ясно. Только не волноваться. А я не волнуюсь. Контрольный полет. Представляю, как волнуется Сорокин. Вместо меня с ним летит командир и проверяет, как подготовлен мой ученик. Сейчас командир ведет планер в штопор. Вот началось, смотрите. Один виток. Второй. Третий. Довольно, пора выводить. Ну, педаль против вращения до отказа, ручку от себя. Теперь педаль нейтрально, ручку плавно на себя. Хорошо. Плавнее рулем высоты. Разрешаю самостоятельный вылет. Ну вот, сокол ясный. Теперь главное – олимпийское спокойствие. Полная осмотрительность и правильное распределение внимания. Тогда будет все хорошо. Ну, ни пуха, ни пера. Ноль третий к полету готов. Thank you.
свободный полет. Совсем как в сказке. Лечу один. Ух, как заболтало. Неужели не справлюсь? Спросить инструктора. Изменился ветер. Планер относит к лесу. Справиться, должен справиться. Эх ты, сокол. Ну чему тебя учили? Подверни ближе к аэродрому. Еще. Еще. Не отнесешь. Не ветер управляет, а я. Товарищ командир, спортсмен Сорокин выполнил первый самостоятельный полет. Молодец. Отлично. Поздравляю вас со званием спортсмена-планериста. И надеюсь, что вы еще более упорно будете овладевать летным мастерством. Перед вами открыт широкий путь в большую авиацию. Желаю вам успехов, товарищи! Грустная эта штука, расставание. По облачным дорогам полетите вы дальше, в небо. Пусть крепнут ваши крылья, мужает характер. Счастливого пути, друзья!